У эфиры программы «Новины региона» у студии Сергей Пеклин. Витаю вас и у гэтым выпуску глядите. 22 сакавіка память ахвяр спаленных вёсок ушановуюць у розных кутках Беларуси. Урачыста и павясновому Магілёў сустрэў міжнародны молодежный театральный форум «Мартконтакт». Акция по профилактике сухотов. Про гэта и не только. Далее у программе. С 29 сакавіка по 22 красавіка у павильоне Республика Беларусь на ВДНХ у Москве будет працаваць тематичная экспозиция «Магілёўшчына. Героичное минулое и славная будущая» у межах дзён Магілёўской области. У приватности у гэты перыяд будут проходить презентации и выставы, присвеченные промысловому потенциалу Магілёўской области. У перыяд дзён Магілёўской области отбудется подписание двухбаковых пагадненняў и договоров об супрацоўніцтве. На тематичной экспозиции так само будут знакомить с международным молодежным патриотичным проектом «Дорогами памяти и славы», патриотичным проектом «Священные реликвии Великой Айчинной войны». Будет представлен туристический потенциал, культурная и фестивальная Магілёўшчына. Так, например, будет працевать экспозиция, якая присвечена республиканскому святу Купалле «Александре збирая сябров». У выставочной экспозиции декоративно-прикладного мастерства будут сладить майстер-класы, а творчая коллектива Магілёўшчыны представить музычное оформление. 22 сакавіка – День памяти ахвяра у Хатыни. 81 год тому фашисты спалили вёску Хатынь. Там загинули 149 человек, палова з яких были дети. На жаль, лёс Хатыни поделили многие вёски Беларуси. Так, 96 жыхароў вёски Стефанова Бялынского района у 1942 годе были спалены фашистскими захопниками. Каб ушановать память ахвяр, на мемориальном комплексе прошел митинг-реквием. Сестра Хатыни Стефанова – наша боль и память. Жудасная трагедия у вёсцы Стефанова отбылася у снежні 1942 года. Гэта отказ фашистских захопников на поспяховую операцию бялынских партизан, подчас якой были ликвидованы немецкие управы. Здесь жило 96 человек. Этих людей пришли, убили. И это, конечно, очень грустно, потому что ну, деревня была большая. Сярод загинувших у основным были жанчыны и дети. Выжить удалось только одному человеку. В нашей стране нет уголка, наверное, земли, где бы не было своей истории Стефанова, своей истории Хатыни. Это событие, которое важно для нас всех сейчас помнить, знать не только о трагедии, но знать и о лицах виновных в этом. Это важно для нынешнего поколения, для наших потомков. Про існаванне вёскі Стефанова сёння сведчаць камяні и одинокое дрэва, якое засталося от старого сада. Мемориал усталявалі у 1971-м, як напамін нашчадкам про каштоўнасць міру. Эти камни как дома людей погибших, да? И все с таким чувством, ну, святое место вот это вот. Сейчас такое время сложное, конечно, вот. И мы живем в мирной стране, в Белоруссии. Ну, благодаря, конечно, нашему президенту, и вот все, конечно, за мир. Выхованцы театральной студии «Лик» прочитали успамины тех, кто выжил у пылающих вёсках, подобных до Стефанова. Но когда с крыши начали падать первые огненные искры, то взрослые поняли, их сжигают живыми. Лёсы людей того часу у прочитании сучасников закранули души усіх удельников митинга «Реквием» и самих артистов. Когда я говорила, мне было так больно и обидно за тех людей, которые погибли на войне. В первую очередь это было чувство ужаса и страха, но потом пришло осознание, что мы сейчас живем в мирное время, поэтому как-то счастье. Сергей Пеклин, Леонид Сикорин, «Новины региона». Во всей Беларуси 185 спаленных вёсок, которые так и не отродились после войны. У Крышевском районе есть своя сестра Хатыни, вёска Антоновка. Добрый день, уважаемые ребята. У зале истории Великой Отечественной войны живы урок истории. Подлетки с первой Крышевской школы пришли на экскурсию. Одно из центральных мест у экспозиции занимает макет вёски Антоновка, якую фашисты спалили разом с жыхарами. 14 ноября 1941 года была сожжена, а ее жители расстреляны. Действительно, накануне войны это была такая крупная деревня, проживала более 100 жителей. Гэты макет створали установы эдукации Крышевского района. По крупицах собирали звездки про то, как Антоновка выглядала, где были школа, дымлын, такая мирная зеленая весочка, якую напоткал трагичный лёс.
самое большое впечатление вот в этом музее? Уничтожение деревни Антоновка и Хатыни. Та ужасная трагедия, ужасное преступление против человечества. Раней будинок у центра Кричева належав банку, який передав його безвиплатно районній владі, а тая – історичному музею. Експозицію по історії Великої Вітчизняної війни створили у рекордні терміни і відчинили залу. Это самая, наверное, одновременно и героическая, и трагическая страница каждого района, каждого региона Беларуси. Ну а Кричевщина, я хочу сказать, что здесь особенно отличилась, потому что действительно и бои уникальные были, и герои здесь были, и период оккупации очень трагический был, и лагерь смерти, и своя Хатынь, деревня Антоновка. Поэтому, конечно, такая экспозиция сегодня важна, нужна. Сёлета отзначается 80-годие вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников. В зале проходят экскурсии и живые уроки истории. Они робят великое и жудостное уражение. Особливо реалистичная реконструкция камеры у Кричевском лагере смерти, где в годы оккупации загинули 24 тысячи военнополонных и мирных жихаров. Я испытываю различные чувства, к примеру, грусть из-за того, что произошли такие события на моей родной земле. И в то же время и гордость за то, что мы преодолели такое испытание. Прошло 80 лет, это уже значительный срок, и нынешнее поколение, многие уже как-то начинают забывать эти моменты и так далее. И вот чтобы сохранить эту память историческую, необходимо, конечно, молодому поколению все это напоминать, все это рассказывать, чтобы, ну, чтобы помнили, как говорится. Виталина Петрусевич, Лона Иванова, Юрий Ластов, Виталий Алексеенко, «Новини региона». Новых открытий прагне свет театрального мастацтва, и яны обовязково отбудутся. Гэта обещает Международный молодежный театральный форум «Март Контакт». На тыдень у нас у гостях театры с 6 краин, знакомитые драматурги и актеры, якія представляют спектакли лауреаты разных театральных премий на суд критиков и глядачов. Урочисто и по-вясновому ярко сустракаем Могилёв гэтую вясну на червоной дорожце зорки театральной величини, вядомых у свете мастацтва драматургов, актеров, уладальников международных премий разом собрал Международный молодежный театральный форум «Март Контакт». Фестиваль – это зеркало. Оно отражает реальность. Эта реальность бывает иногда очень грустной и драматичной для приехавшего театра, иногда наоборот, утверждающей. В этом смысле фестиваль очень важен. И у фестиваля есть еще одно лицо. Это лицо карнавальное, праздничное, потому что там встречаются молодые актеры, общаются, знакомятся. Это тоже важно, потому что человеку в жизни нужны радости, не только работы. У сёлетней афиши шмат державных театров, и это серьезный контакт творчих людей из разных краин. Тому все удельники чекают агульных проектов, творчей интеграции, конечно, новых именов. Про что ж сегодня говорит сучасный театр со сцены и что шукает глядач у театры? Современный театр вообще он должен быть про сегодня, да, он должен быть актуальный, это должна быть новая какая-то форма, то есть понятная молодежи, направленная на молодежь, на привлечение. Но насколько он сегодня соответствует, посмотрим, даже фестиваль этот покажет. И сюда приезжает молодежь со своей инициативой, со своим прочтением, со своим вдохновением и таким творческим рвением. И на них всегда приятно смотреть. Гэтымі днямі запланаваны творчыя сустрэчы з вядомымі расійскімі актрысамі Ганнай Бальшовай і Аленай Барзовай. Будзе працаваць майстэрня маладой рэжысуры ў межах маладзёжнай творчай лабараторыі. І, канешне, нас чакаюць топавыя пастаноўкі, якія пабачылі і здзівілі свет. Далучайцеся і адчуйце подых тэатральнай вясны. Крыстіна Каранкевіч, Дзяніс Жавіна і Александр Артем'єў. Навіны рэгіёна. Долучиться до акции «Одновим лясы разом» запрошает Министерство лесной господарки Беларуси. Пройдет акция с 23 соковика по 20 красовика по всей республике. Республиканская акция «Одновим лясы разом» все лето проводится 17-м разом. Промеркована до года якости и охопить усе регионы Беларуси. Як отзначают организаторы, традиционно долучаются працовные коллективы, громадские организации, представники органов держкирования, а так само простые громадяне. Долучиться до акции можно кожны. Для этого необходимо звернуться у ближайший лесгаз альбо лясництво. По информации Могилевского вытворчего лесогосподарчего объединения, этой весной на Могилевшине планируют засадить больше за 2500 гектаров новым лесом. Особливую увагу нададут потерпелым от стихии участкам.
Дзень барацьбы супраць сухотаў 24 сакавіка. Ён быў уведзены па ініцыятыве сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Сухоты паддаюцца лячэнню, але пры гэтым з'яўляюцца адной з распаўсюджаных прычын смяротнасці. Таму прафілактыцы хваробы надаецца вялікая ўвага. Сухоты – гэта адна з распаўсюджаных прычын смяротнасці. Па інфармацыі сусветнай арганізацыі аховы здароўя, штогадова на сухоты захворваюць да 10 мільёнаў чалавек. Таму ўвага да гэтай хваробы памножаная. У беларускай праграме «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека» ёсць задачы па дасягненні станоўчых паказчыкаў у гэтых пытаннях. Три индикатора – это снижение смертности от туберкулеза. Он у нас один из самых низких в республике – 0,8 на 100 тысяч населения, в республике – 0,9. Значит, снижение заболеваемости, снизились сроки лечения больных с множественной лекарственной устойчивостью и повысилась эффективность лечения. До дня борьбы с упрессухотом Могилёвшина подходит со становчими показчиками, дякуючи и профилактицы. А ее эффективность залежит от распаусюджения информации про хворобу до умацывания материально-технической базы для диагностики и лечения сухотов. Например, дякуючи бюджетным грошам у областным супрессухотным диспансеры адремонтовали бактериологичную лабораторию и начинили ее сучасным обсталяванием, якое допомагает худко удокладнить диагноз. Ну, нам это нужно сделать быстро, потому что все-таки пациент с туберкулезной инфекцией, он является заразным. И, как правило, основная задача – это изоляция этого пациента, своевременная изоляция. Как только клиницист получает результат в пользу туберкулезного процесса у пациента, естественно, оперативно пациент изолируется, своевременно назначается нужное лечение и, естественно, благоприятный исход лечения пациента. Специфика деятельности бактериологичных лабораторий связана с певной рызыкой, и сучасное обсталявание минимизует рызыку. Хорошая вентиляция – это важно для инфекционного контроля наших сотрудников. Мы работаем с микобактерией туберкулезис, которая легко передается воздушно-капельным путем, и для обеспечения инфекционного контроля нам необходимо это условие. За бюджетные сроки у областный супрасухотный диспансер закупили компьютерный томограф, а это больше докладная диагностика сухотов. Катерина Городницкая, Юрий Уласов, Виталий Алексеенко, Нави. Региона. Мы можем ликвидовать сухоты. Так лічаць у Могилевской областной организации «Червоны крыж». Специалисты и волонтерская команда регулярно працуют с такими хворыми. И ведают про важность профилактики сухотов, навод для самых маленьких. Млекакормячая, птушки и навод рыбы. На сухоты хворают не только люди. Гэта ведают навод самые маленькие могилевчане. За свои веды отрымливают присмаки от Червоного крыжа. А еще покидают теплые слова для своих одногодков, для яких гэта важная подтрымка у лечении серьезного захворвання. Дети узнают, что такое туберкулез, как можно не заразиться, и пишут пожелания людям, больным туберкулезом. Они в целом знают об этом, потому что рассказывают в школах, мы просто напоминаем еще раз об этом. Мы всем довольны, вот получили шарики, скоро пойдем писать пожелания. Для деток, которые болеют туберкулезом. Хотите поддержать их? Да, конечно. Проблема захворвання на сухоты протягивает оставаться актуальной. Тому такие тематичные акции областной организации «Червоного крыжа» проводят штогод. Причем не только в формате профилактики. Уже шмат годов специалисты и волонтерская команда працуют с хворыми на сухоты. Мы реализовывали проект укрепления национального потенциала Республики Беларусь в плане профилактики и лечения туберкулеза. У нас наши волонтеры Красного Креста работали с этими пациентами. Мы осуществляли кейс-менеджмент, сопровождение случая больных туберкулезом. Мы содействовали проведению видеоконтролируемого лечения. Конечно же, мы в этом плане активно взаимодействовали с нашим Могилевским областным противотуберкулезным диспансером. Про здоровый лад життя и клопот про свое самоотчувание, як лепшую профилактику сухотов, нагадывают и дорослым. Ксения Мартусевич, Александр Артемьев, Новини региона. У субботу синоптики прогнозуют в облачное надворье. На большей части территории краткочасовые дожди. У ночи и у раницы у особных районах слабый туман. Что до температуры по ветра, минимально ночью прогреется до плюс 3, плюс 8 градусов. У день температура по ветра прогреется до 7-12 градусов. Больше актуальных новинок на сайте и в телеграм-канале «Беларусь 4 Могилёв». Дякую, что были с нами, и до встречи у наступных выпусках.